Здравствуйте! В эфире телеканала НТВ программа «Встречная полоса». Добро пожаловать на первый телевизионный проект, где мы расскажем, чем живет госавтоинспекция и как сохранить безопасность на дорогах. В студии Алина Успенская и Антон Федотов. И по традиции мы начнем программу с подборки ДТП за прошедший месяц. Как показывает практика, эта рубрика одна из самых востребованных. Мы показываем реальные дорожно-транспортные происшествия и их подробности разбираем. Зачастую аварии происходят из-за преступной халатности водителей, пассажиров и иногда пешеходов. Неопытные, самонадеянные водители за рулем, подростки, переходящие дорогу в неположенном месте и смертельный обгон по встречке – таковы причины роковых ДТП. Вечером 1 февраля 18-летняя девушка-водитель, имеющая стаж вождения всего 3 месяца, вместе с тремя подругами решили прокатиться на автомашине «Лада Ларгус» по территории Красноармейского района. На одной из улиц она не справилась с управлением, выехала на обочину, где врезалась в столб. Неизвестно, весело ли было девушкам в поездке, но итог ее таков. Три девушки, включая водителя и 16-летнюю пассажирку, оказались в больнице. 1 февраля в Краснооктябрьском районе 24-летний водитель автомашины такси «Renault Logan» совершил наезд на 15-летнего пешехода. Подросток переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, справа налево по ходу движения транспортного средства. Непонятно, для чего подросток пренебрег правилами дорожного движения и пересекал дорогу в месте, где проезжая часть перекрыта ограждением. 3 февраля в участке автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград Быковского района 51-летний водитель «семерки» выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной Volkswagen Polo. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб сам водитель «семерки» и 19-летняя девушка, пассажир автомашины Volkswagen. 7 февраля в Светлоярском районе 48-летний водитель, управляя автомашиной Geely M-Grand, выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с автомобилем Kia Rio, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадали 4 человека, среди которых 2 ребенка 7 и 4 лет. Стоит отметить, что невиновный водитель автомашины Kia перевозил своих детей без использования специальных детских удерживающих устройств, что и стало причиной увеличения тяжести травм малышей. 10 февраля в Камышинском районе 42-летний водитель, управляя автомашиной ГАЗ, при движении задним ходом по дороге межквартального проезда не убедился в безопасности маневра, не прибегнул к помощи других лиц. Он совершил наезд на 77-летнюю женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Днем 15 февраля в Красноармейском районе 30-летний водитель, не использовавший ремень безопасности, управляя автомашиной «Лада Приора», при выполнении смертельного обгона выехал на встречку. Маневр не удался. Мужчина совершил столкновение с автомашиной «КамАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины «ВАЗ» скончался на месте до прибытия скорой помощи. 18 февраля в Краснооктябрьском районе 23-летний водитель, управляя автомашиной такси «Renault Logan», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 человека. Такие дорожно-транспортные происшествия произошли в регионе за февраль. Мы в очередной раз призываем вас быть аккуратными на дороге, беречь себя и своих близких. Один из способов контроля за лихачами – видеофиксация. Но некоторые автолюбители отрицательно относятся к камерам, и поэтому появляется множество слухов и домыслов, как и за что приходят письма счастья от автоматической системы видеофиксации. Сегодня мы подробно расскажем о том, как работает Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений дорожного движения. Один из самых нелюбимых факторов на дороге для автомобилистов – это наличие камер автоматического фото и видеоконтроля. Некоторым водителям отчаянно хочется полихачить, но останавливает их от опрометчивого поступка только неизбежность наказания – штрафа. И когда прилетает письмо счастья, нерадивые шумахеры тут же пытаются найти себе оправдание. Соответствующего знака не было, камера установлена незаконно, радар не сработал и множество других мифических домыслов. Чтобы избежать подобных случаев, давайте подробно во всем разберемся и ответим на самые волнующие вопросы.
Центр автоматической фото- и видеофиксации занимается вынесением постановления по зафиксированным событиям административных правонарушений в области обеспечения безопасности движения, зафиксированным специальными техническими средствами, то есть камерами, автоматическим фото- и видеоконтролем. Комплексы фото- и видеофиксации служат совсем не для того, чтобы обязать к выплате штрафов как можно большее количество водителей. Их цель – снижение скоростного потока, мотивация законопослушного поведения и предотвращение ДТП на опасных участках дорог. Это нарушение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил движения на запрещающий сигнал светофора, движение по выделенной полосе и нарушение стоп-линии. Такие, по мнению некоторых водителей, незначительные нарушения зачастую приводят к непоправимым последствиям. Камеры фото- и видеоконтроля бывают различного формата. Одни направлены фронтально, другие – на заднюю часть автомобиля. В обоих случаях их функционал абсолютно допустим. Приоритет установки комплекса фото- и видеофиксации, конечно же, является состояние аварийности на тех или иных участках. По итогам 2021 года на территории Волгоградской области у нас установлено более 40 мест концентрации дорожно-транспортного происшествия. Конечно, первоочередная задача камеры фото- и видеофиксации установить именно в тех местах. Но так как в связи с тем, что комплекс у нас гораздо больше, чем место концентрации дорожно-транспортного происшествия, они устанавливаются, конечно, в местах наиболее вероятного совершения дорожно-транспортного происшествия. Как же водителю понять, есть ли на том или ином участке дороги камера? Многие негодуют, что нарушение зафиксировано, а соответствующей таблички не было. С 1 сентября 2021 года изменился госстандарт по установке и применению комплексов фото- и видеофиксации. Наличие камер обозначается дорожным знаком на въезде в населенный пункт. Если комплекс находится за городом на трассе, перед ним вы обязательно увидите соответствующий знак. Мы смотрим состояние дорожного движения на данном участке, то есть интенсивность движения. И уже с момента установки комплекса фото- и видеофиксации мы видим, что действительно зона успокаивается, то есть само движение там успокаивается. И, соответственно, мы уже, проводя анализ состояния аварийности, наблюдаем снижение совершения дорожного происшествия именно в местах установок комплекса фото- и видеофиксации. А некоторые места, именно где уже некоторое время, значительное время применяется, мы уже видим вообще отсутствие полного дорожного происшествия. Многие водители, чтобы избежать нежелательных штрафов, пользуются различными приложениями, которые предупреждают о наличии камер. Также очень популярны так называемые радары или детекторы. Законом они не запрещены, но особо полагаться на них не стоит. На современные камеры они не реагируют. А вот за сокрытие или изменение номерных знаков грозит серьезное наказание. Эти граждане у нас попадают, так скажем, в отдельную корзину, в отдельную зону наблюдения, и по ним ведется отдельная работа. То есть здесь, на данном уже при контакте с нарядом ДПС, а мы эту информацию передаем именно нарядом ДПС, что граждане более применяют, здесь уже привлекаются к административной ответственности вплоть до лишения права управления. Вы можете прийти в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений и узнать всю интересующую вас информацию не только о расположении камер, но и уточнить все подробности о зафиксированном нарушении. Комплекс фото- и видеофиксации передает картинку в реальном времени, которая обрабатывается специалистами. Если в процессе визуального контроля возникают трудности, ситуация рассматривается отдельным инспектором обработки. Мы с вами находимся на рабочем месте инспектора. Здесь фиксируются события административного правонарушения, зафиксированные специальным техническим средством. То есть инспектор при получении сигнала о совершенном административном правонарушении сверяет государственный регистрационный знак, сверяет само событие совершенного нарушения и путем нажатия одной кнопки, так называемой, выносится постановление, которое направляется посредством почтовых заказных отправлений с лицу, допустившему нарушение правил дорожного движения. И вот само постановление, которое направляется уже нарушителю правил дорожного движения, в котором указано фотоматериал, место, событие совершенного административного правонарушения. И в последующем данное постановление конвертуется и уже посредством почтового отправления направляется по адресу места жительства. Функционал комплексов фото- и видеоконтроля весьма широк. Они помогают выявлять транспортные средства, находящиеся в розыске, а также те, у которых прекращена госрегистрация. На дорогах Волгоградской области передвигаются патрульные автомобили, которые оборудованы системой фото- и видеофиксации, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать транспортные средства, находящиеся в розыске, а также способны передавать информацию, полученную уже в оперативный модуль,
для последующей обработки, то есть для вынесения постановления. С помощью современного оборудования и программного обеспечения необходимая информация передается сотрудникам ДПС, и нарушитель выявляется даже в большом потоке машин. Оно самостоятельно получает базы данных со сторонних систем, которыми пользуется ГИБДД, и отдает поток всего выявленного транспорта в программное обеспечение ГИБДД, которым оно пользуется для розыска. Также у нас оно может применяться в мобильном варианте с планшетом, то есть у инспектора сигнал подается о выявленном транспортном средстве, его фотографии и государственный регистрационный номер непосредственно в момент выявления. Это где-то за 80-100 метров от патрульного автомобиля. Таким образом, у инспектора есть время, чтобы остановить необходимый автомобиль или применить иные меры по его задержанию. Мы решили провести эксперимент и проверить, как работает эта система. Патрульный автомобиль остановился неподалеку от оживленного городского перекрестка. Как только в нужном радиусе появился автомобиль с прекращенной госрегистрацией, система тут же выявила нарушителя. Обнаружено транспортное средство с прекращенной регистрацией от «Белая Веста». Сигнал сотрудникам получен. Есть еще одно интересное новшество. Раньше система позволяла работать автономно только внутри конкретного региона и выявлять нарушителей с помощью камер исключительно на территории Волгоградской области. Теперь у сотрудников есть доступ ко всем комплексам фото- и видеофиксации в России. К примеру, транспортное средство, находящееся в розыске, перемещаясь с территории Волгоградской области на территорию Московского региона, позволит нам отследить в режиме реального времени весь путь перемещения и конечную точку движения. Простой совет, как избежать нежелательных писем счастья. Нужно всего лишь соблюдать правила дорожного движения и не надеяться на то, что ваше нарушение окажется незамеченным. Как вы видите сами, система довольно открыта и понятна. Алгоритм прост. Если вы нарушаете правила дорожного движения, будьте готовы к тому, что этот факт не останется без внимания госавтоинспекции. Мы хотели бы обратить ваше внимание на один аспект, который многие почему-то недооценивают. Это ремень безопасности. Да, непристегнутый ремень безопасности или неправильное его использование может стать причиной летального исхода в дорожно-транспортном происшествии. Чем грозит удар подушек безопасности при использовании заглушек или неправильной эксплуатации ремня безопасности, смотрите прямо сейчас. Даже при минимальном дорожно-транспортном происшествии подушка безопасности ударит непристегнутого водителя или пассажира силой боксера-тяжеловеса. Используй ремень безопасности правильно. Не дай случайности себя покалечить. А наша программа подходит к концу. С вами были Антон Федотов и Алина Успенская. До встречи на телеканале МТВ.